Нестерпимый зуд, боли и слабость. Псориаз – загадочное заболевание, которое человечество не может победить более 2000 лет. Оно поражает кожу, ногти, волосы и суставы. Потому что и в коже, и в ткани суставов есть ткани, которые могут меняться в процессе этого заболевания. Кожа теряет свою эластичность, меняется вид кожи снаружи. Некоторые клетки кожи начинают огрубевать, созревают раньше времени. Если в норме у человека кожный покров, все слои кожи меняются в течение месяца, у больного псориазом это происходит в 4-6 раз быстрее. И поэтому мы видим на коже у больных вот эти проявления в виде сухих участков, покрытых чешуйками. И, ну, если просто для сравнения, такой же процесс может происходить в суставах. Коварство болезни в том, что спровоцировать ее может все, что угодно. Что является пусковым механизмом, остается только догадываться, говорят специалисты. Это могут быть гормональные заболевания. Очень часто больные с сахарным диабетом заболевают псориазом, потому что есть нарушение обмена. Очень часто заболевают псориазом люди с артериальной гипертензией, люди с сердечными заболеваниями. Тут играет роль, вот доказано наукой, ряд препаратов, которые жизненно необходимы, и эти больные должны принимать эти препараты. Но, к сожалению, одно из побочных действий – это возникновение псориаза. Псориаз – один из самых распространенных хронических дерматозов. От него никто не застрахован. В свое время псориаз не пощадил таких известных людей, как Генри Форд, Бенджамин Франклин, Джон Рокфеллер и других. Любопытно, что и тогда, и много лет спустя, психологи и метафизики считали эту болезнь следствием боязни и подозрительности. Неудивительно, что она была свойственна многим публичным людям. Медицина вот, имеет такие данные, что ген, отвечающий за заболевание псориазом, есть абсолютно у всех людей. То есть при стечении каких-то обстоятельств заболеть может каждый. Конечно, есть группа риска. Это люди, у которых родственники. Чем ближе родственники по степени родства болеют, тем больше есть предрасположенность к заболеванию псориазом. Это не значит, что заболевание передается по наследству. Нет. Я сколько лет вот работаю с больными псориазом, очень много случаев, когда болеют кто-то из родителей, и дети абсолютно здоровы. Очень часто пациенты после сильного стресса обращаются с высыпаниями. Дерматологи диагностируют псориаз. Это одна из основных причин возникновения псориаза или обострения псориаза у больных, которые уже болеют. Вот они болеют, например, у них стало все более-менее спокойно, а потом вдруг обострение. Или люди, которые не болели ни разу и даже нет наследственной предрасположенности, после сильных стрессов, и это не сразу происходит, это может быть и через год, и через два, да, у них проявляется псориаз. Это действительно такие стрессы, как сильный испуг, какая-то вот сильный испуг. Вот у меня, например, были дети, которые испугались собаку. Собака на них кинулась, был очень сильный испуг. Им пришлось какое-то время даже лечиться у невролога, и потом через время у ребенка проявился псориаз. Это может быть какие-то аварии, это могут быть землетрясения, это могут быть какие-то другие стрессы сильные, эмоциональные. Даже и сильная радость, кстати, это тоже стресс. В большинстве случаев диагностировать псориаз несложно. Для этого даже не требуется проведение анализов. Дерматологу достаточно осмотреть кожные покровы. Однако врач должен исключить ошибку в диагнозе, определить наличие сопутствующих болезней и иных протекающих на фоне псориаза патологий. При типичных формах псориаза затруднений нет, потому что у этого заболевания все-таки классическая такая картина. Имеется поражение в виде бляшек или мелких таких более высыпаний, папул так называемых. Поражаются в основном кожа головы, кожа туловища, кожа локтей, колен, ладони, подошвы. И вид этих высыпаний достаточно характерный. Но есть случаи, когда все-таки вот сомнительные есть высыпания на коже. Вроде псориаз, вроде не псориаз. В таком случае единственным таким анализом, который может подтвердить или исключить этот диагноз, это гистология кожи. Берется кусочек кожи на анализ, вырезается и проводится гистологическое исследование слоев кожи, по которым определяют уже диагноз.
Ну, а остальные анализы, как обычно мы берем, конечно, мы обследуем больного. И общий анализ крови, и общий анализ мочи, и печеночные пробы мы обследуем, другие. Они будут сахар крови. Это будет уже характерно для тех заболеваний, сопутствующих внутренних органов, которые есть у этого больного. Псориаз встречается приблизительно у 3% населения планеты, вне зависимости от пола. Начинается в любом возрасте, но чаще всего с 16 до 30 лет. Встречаются случаи выявления болезни у младенцев. Иногда псориаз начинается после 60 лет. Главное, как можно скорее обратиться к врачу.